Каша из топора. Русская народная сказка. Пришел солдат с походу в одну деревню. Зашел в крайний дом и говорит хозяйке: «Здравствуй, бабушка, дай-ка мне чего-нибудь поесть». А старуха в ответ: «Вот там на гвоздике повесь». «Аль ты совсем глуха, что не чуешь?» «Где хошь, там и заночуешь». «Ах ты хитрая жадина, я тебе глухоту-то вылечу. Подавай на стол». «Да нечего, родимый». «Вари кашицу». «Да нечего, родимый». «Ну ладно, я из топора сварю». «Что за диво?» — думает бабка. «Дай посмотрю, как из топора солдат кашицу сварит». Солдат взял топор, положил его в горшок, налил воды и давай варить. Варил, варил, попробовал и говорит: «А, всем бы кашица взяла. Только б малую толику крупы бы подсыпать». Баба принесла ему крупы. Опять варил, варил, попробовал и говорит: «Ах, совсем бы готово. Только бы маслом сдобрить». Баба принесла ему масло. «Ну, старуха, теперь подавай хлеба да соли, доберись за ложку, станем кашицу есть». Похлебали вдвоем кашицу. Старуха спрашивает: «Служивый, когда ж топор будем есть?» «Да вишь, он еще не уварился», — отвечал солдат. «Где-нибудь на дороге доварю да позавтракаю». Убрал топор в ранец, распростился с хозяйкой и пошел в другую деревню. Вот так-то солдат из топора кашу сварил.